Прекрасные пейзажи севера Китая раскинулись в провинции Хэйлунцзян. В настоящее время провинция Хэйлунцзян прилагает все усилия, чтобы усовершенствовать свои туристические продукты и принимать гостей со всего мира. Недавно в Харбине состоялась пресс-конференция «Летний туристический курорт Ябури-2023», посвященная теме лета, которого вы хотите в Ябури, на которой были всесторонне предоставлены природные ландшафты Ябури, проекты развлечения и другие культурные и туристические ресурсы, а также была официально создана тренировочная база Китайской ассоциации велосбордов Ябури. Горнолыжный курорт в районе Ябури является единственной авторизованной тренировочной базой Китайской ассоциации велоспорта в трех провинциях северо-восточной Китая. И в Ябури имеется единственная трасса для горных велосипедов, которая является первой в Азии. Этот участок шоссе Ясюэ до снежного села идеально подходит для тренировок шоссейных велосипедистов. Летом здесь открыта аквапарк Думбанты, функционирует первая в мире горка. В этом году были проведены работы по модернизации и обновлению инфраструктуры и услуг. Этим летом Управление культуры и туризма провинции Хэйлунцзян запустит 5 крупных городов летнего туризма, 10 тематических туристических мероприятий, 10 высококачественных маршрутов самостоятельного туризма. Недавно усадьба Волга города Харбин открыла свои двери для посетителей после месяца модернизации и ремонтных работ. Здесь архитектура имеет определенный характер. Стилизованный дворец красиво оформлен, и в целом это место великолепно. Это моя первая поездка в Харбин. Вся атмосфера города, включая историческое наследие, очень хороша. Этим летом в связи с Харбинским очаровательным летом также пройдут некоторые мероприятия, например, пивной фестиваль в усадьбе Волга и несколько русских спектаклей в связи с сезоном российско-китайского культурного обмена. Данные показывают, что до сих пор почти половина заказов на дальние туры на первомайские праздники приходится на Хэйлунцзян. А заказы на дальние туры увеличились более чем в 20 раз по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.